Дорогие друзья, мы с вами снова встретились. И сегодня я вам покажу, как наши соседи получат, как раз самая вкусняшка в шапку. Даже ты не заметит, что мы прокрались к ним. Вот так. Мы все. Папа, мама, Матерна, я са вместе с шапкой, иду под краю, тихо-тихо к черной двери, бросаю шапку и бегу к жителе. Бросаю шапку и бегу к жителе. Потом напугался, что плечи неверные были. И потом положат вкусняшки в шапку и выбежим к жителе. Схватим шапку и бегом!